Да, действительно, 29 мая произошло обрушение верхней части надстройки на траверсе номер 2 третьей очереди противопехотных сооружений в районе пляжа Монастырского. Данное обрушение было результатом воздействия волнового воздействия, и в результате было принято решение выполнить мероприятие по обследованию и принятию решения по дальнейшим видам работ. На сегодняшний день подрядной организации поручено провести мероприятия, которые позволят рассчитать объемы и затраты, которые необходимы для выполнения этих работ. Планируется выполнить работы по демонтажу всей конструкции, которая сегодня представляет опасность, и в дальнейшем выполнить мероприятия по приведению траверса в надлежащее техническое состояние. На данном пляже ситуация, в принципе, благоприятна в том плане, что возможно посещение территории пляжной, но в аварийном состоянии находится конструкция траверса, на которой не планируется допуск людей. И обеспечение по недопущению лиц на траверс обеспечивает коммунальная установка, спасательно-водолазная служба Одесского городского совета.